Всем моим зрителям, с вами Сережа Изовский, риэлтор из Аликанте. Давненько я не снимал вам видео, пришел такой запрос по поводу того, можно ли купить в настоящий момент до 50 тысяч евро квартиру в Аликанте в пешей доступности. Мы до сих пор еще делаем ремонт в офисе, и поэтому у меня в руках, смотрите, китайский уровень. Именно им я вам сейчас покажу, где находится эта квартира, и залью фотки. Я в такой одежде, в рабочей, пардон, скоро будет галстук и фраки. Сейчас срочно записываю видос. Смотрите, это город Аликанте. Некоторые уже знают эту мою карту, нарисованную специально для того, чтобы не было ни у кого претензий по поводу прав собственности. Вот здесь, в районе Сан-Габриэль, сейчас находится квартирка, рядом пляж. Под видео вы можете посмотреть ссылочку на этот пляж. Мы там летали с Алексом на квадрокоптере. Здесь порт. Это удаленный район от центра, да? Это понятно. Соответственно, в этом районе бывают квартиры до 50 тысяч. Виды очень хорошие. Сейчас вы посмотрите фотографии. Рядом парк Пальмираль. Очень хороший. У меня есть старое видео. Тоже под видео можете нажать на ссылочку. Так, что здесь еще рядышком интересного? Зеленая зона. Здесь большое поле, на нем можно гулять с собачкой там и так далее. И до центра идет у нас автобус. Парковка там всегда есть. Я там снимал не одну квартиру и продавал уже. Одни даже москвичи купили, дай бог им здоровья. Еще лет 5 назад у меня там квартиру, что-то за 47 тысяч евро примерно. То есть поэтому анализ такой, что за эти годы цена в этом районе не особо-то и поднялась. Район простенький, без претензий. Рядом пляжик, рыбалочка и порт. Здесь вот на этом пирсе постоянно рыбачат люди. Можно ходить. Здесь пляж не особо такой убранный, как, допустим, в центре, да? Он типа собачками там гуляют. Бомжи там иногда живут в палаточках, я видел лично. Ну, нормальный пляж, можно пользоваться. И даже люди там купаются. И рыбачат. Смотрим фотографии, друзья. Все делается очень быстро. Скоро начнутся видео более качественные. Я извиняюсь за вот такой подход. Смотрим.